Хо-хо-хо! И у нас первый дозвонившийся уже лезет в дымоход. 3-4, вы в эфире. С Джеем Джона и Джеймсона. С праздником вас, Джона. Что вы думаете о новых проектах Роксона в Гарлеме? Новые рабочие места или война с малым бизнесом? Очень хорошо, что вы спросили. Несомненно, Роксон Плаза – настоящее воплощение американского гения. Зеленая энергия для любителей природы. Новая прорывная технология для Уолл-стрит и рабочие места для местных. В прошлом году из-за дыхания дьявола мы столкнулись с ужасной трагедией. На восстановление ушло время. Но в Роксоне особенно отличились. Вложили миллионы и создали шедевральный объект в районе, который, будем честны, не отличался особым развитием. Я считаю, Роксон Плаза – рождественский подарок жителям Гарлема и всему Нью-Йорку. Я понимаю, кое-кто боится перемен. Но это перемена к лучшему. Поверьте Джею, Джонни, Джеймсону. Джаред, не 3 куска сахара, не 1 кусок, 2 куска. Я 40 лет уже пью только с 2 кусками. Не поступай так со мной больше! Ярко-красный костюм тебя не обманывает. Скрытность в нашей работе очень важна. Здесь надо устранить всех врагов так, чтобы тебя не заметили. Чем быстрее справишься, тем больше очков. Чтобы начать, лети к точке старта. Ага, испытание скрытности. Начнем. Окажись над врагом и подвесь его в паутине. Будет классный буррито из бандита. Если они меня заметят, все, я проиграл. А, блин, тебя заметили. Черт! Ай, черт, мимо. В другой раз получится. Не забудь проверить внизу. Враги могут быть где угодно. Пит сказал сохранять незаметность. Протокол поиска. Мне, пожалуйста, заверните одного злодея с собой. Беженького, тепленького, паутину замотанного. Блин, обожаю скрытность. Прямо такие прятки на максималках. Весело. Как думаешь, через 3 недели он станет голографической бабочкой? Кстати, идею надо эту фичу добавить. Шутки плохи. Боевая заметили? Блин. Попробуем еще раз. Кажется, я видел еще ребят наверху. Чтобы пройти испытание, надо не привлекать внимания. Что, не ждал такого? Протокол поиска.
остался один. Кажется, осталось только половина. Нет, он меня не видел. Попадание по цели. Укрытие обнаружено, но не сдавайся. Ай, черт, мимо. В другой раз получится. Нокауты сверху, эффективный прием. Не повезло тебе. Прости. Заметили? Блин. Попробуем еще раз. Попробуем еще раз. Очередная победа Человека-паука.
пытаюсь восстановить визуальные контакты. Тебе. Прости. Инструменты ниндзя. Мне нравится. Привет, Даникастеры. Многие спрашивают меня про Роксан. Кто они такие и почему они отстой? Быстренько расскажу. Саймон Кригер стал боссом Роксана после изобретения Нуформа, своего сверхсекретного источника энергии. Теперь они планируют установить свои реакторы по всему городу, начиная с Гарлема. Это вкратце. Но вот проблема. Безопасность Нуформа никем не доказана. Напали на машину Пира? Срочно туда! Надо спасти грузовик Пира. Приюту нужны припасы. Отдавай нам, что сказано, и мы тебя не тронем. Вы же стольким людям навредите, ограбив Пир. Им нужны эти припасы. Ну, пусть попробуют отнять у нас. Ну да. Пусти нас, и никто не пострадает! Мишка. Осторожно, к ним идет подлога! Уходите! Погоди, у меня! Не жалей теперь! Стой! Стой! Нет, нет, стой! Пишут, что подполье взломало рекламный щит. Эй, осторожно! В
подпольщики хакнули этот щит, значит, они где-то здесь. Я засел какие-то памяти. Нахожу источник. Есть цель! Зачем им эти щиты? Пугать горожан? Рекламировать новые альбомы? А вот и подпольщики. Реклама? Где вы на нее деньги берете? Передатчик. Где же передатчик? Сигнал чист. Может быть, Ганке сможет написать блокировщик рекламы от подполья? Водитель Пира заперт в собственной машине. Надо помочь. Спасти грузовик Пира. Приюту нужны припасы. Ты
Кажется, они позвали друзей! Черт, а два я вас пущу! Все просто! Хочешь жить? Открывай чертову дверь! Встречай, поезд в поле! Открывай дверь, я Барата прощу! Получай! Откроешь дверь, уйдешь отсюда живым! Тоже чушь! Мелкие преступления, крупные преступления! Вы что, нам все готовы? Нет, уходите! Уходи! И за вас он побеждает! Стреляй уже! Спокуха, все путем! Паук тебя не спасет! Открытая дверь, да! Готов стрелять! Ах ты мелкий! Я тебе вскрою череп! Можешь открывать дверь. Ты спас мне жизнь. Я в порядке. А у тебя, наверное, дела? Кто-то грабит стойку с пожертвованиями? Что за гадость? Здорово. Я знаю, многие из вас, швабриков, любят слушать это шоу в метро по пути на работу. Лично я изо всех сил стараюсь избегать этих загаженных фекалиями тоннелей смерти. Но Джаред сообщил, что недавно из-за отключения электричества встала вся гарлемская ветка. Я рад объявить, что движение полностью восстановлено. Но также я узнал и не удивился, что люди видели, как во время отключения новый Человек-паук возился с техникой в депо. Я уже слышу среди вас фанатиков, которые жалобно стонут в телефоны. Но, Джона, ясно же, что Человек-паук устранил проблему. И бла-бла-бла-бла-бла. А давайте на минуту остановимся и подумаем. С какой стати тому, кто может носиться по воздуху, вообще думать о том, что там творится в метро? Если пойдете по следам, они приведут вас как раз по адресу. На угол Паук-стрит и Угроза-авеню.
уже заждалась. На кого-то напали. Надо вмешаться. Людей не круто. Вы чего? Найди врага себе по силам. Но вот меня, например. Черт, Человек-паук! Я тебе покажу. Район стал немного спокойней. Спасибо. Если бы не ты... Кто-то грабит стойку с пожертвованиями? Что за гадость? Если он начнет орать раньше, чем мы все заберем, затыкай! Помогите! Кто-нибудь помогите! Я не могу отсюда отойти. Мне все равно, где ты жив. Главное, закрой рот и нам не мешай. Я вам этого не позволю. Вряд ли тебе платят за борьбу. Сюрприз! Тебя это не касается! Такое чувство, что тут полгорода пауку стучит. Сам напросился! Ты об этом очень пожалеешь! Доза повыше! Нравится, маля? Так его! У тебя нет шансов, малявка! Попался! Мимо меня не пройдешь! Ну все, держите меня с севера! Вытащите! 1-0 в пользу Человека-паука. Спасибо тебе большое. Я не знал, как их остановить. Главное, сделка с оружием идет прямо сейчас. Как быстро реагируют граждане. Бежим! Спрыгнул!
снова сомнительная сделка с оружием. Я же на дом не доставляю с тех пор, как меня Дел грабанула. И как ты это отстил? Я ее нанял. Она умеет убеждать. Так пусть охраняет твой дом и там продавай. Так безопаснее. Не хочу, чтобы жлобы вроде тебя знали, где я живу. Ты всегда оскорбляешь клиентов. Когда они задают тупые вопросы и высказывают тупые претензии? Да, всегда. Давно ты продаешь оружие? Начал, когда... Он нас видел! Вали его! Стойте, преступники! Кошек бутонов вроде тебя я валю пачками! Паук у меня на мушке! Ну, держи! От оружия Роксона в стиле Человека-паука. Всегда боялся, что кран на меня что-нибудь уронит. Я не допущу, чтобы он упал. Посмотрим, что скажет клановщик. О, Человек-паук! Твой кран клюет носом. Чем могу помочь? Да, в точку. Мотор накрылся, и из-за льда кран накренился на бок. Да уж, дело плохо. Я убрал людей с площадки, но он может завалиться на улицу. Нужно сбить лед, пока он не рухнул. Разберусь. Так, ладно, познакомиться. Да, юмор у меня явно хромает. Готово. Сначала лед, потом кран, потом вечеринка. Ледяное спокойствие мне не свойственно, но... А, позорище.
сниму лед паутиной, только подберусь поближе. Сниму лед паутиной, только подберусь поближе. Заказывал? Лед, потом кран, потом вечеринка. Ух. Теперь найти место, откуда зацепить кран. Так, нужно просто отклонить его назад. Нет, 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 нет! Ладно, жертв нет. Но если я правильно помню, здесь с минуты на минуту проедет поезд. Надо его разломать. Все чисто! Теперь прыжок! Что ж, все это было только верхушкой айсберга. Но все, на сегодня хватит шуток про лед.
Кто-то хочет со мной сфотографироваться? Круто! Кому-то нужна помощь в поиске машины? Ее хоть не угнали? Иди своей дорогой! К сожалению, твое искусство как раз у меня на дороге! Мы на что ты способны? Некуда бежать, человек! Нужно подождать! Он побеждает! Можно подумать, Нью-Йорку не хватало праздничной лихорадки. Новость дня. На нас ползет тропический шторм-ураган. Ну да, прямо как в том фильме про корабль, потопленный бурей. Упс, спойлер. В общем, сейчас самое время жертвовать приютом. Ведь если придет буря, многим понадобится помощь. До встречи и не забывайте проверять свой кредитный рейтинг. Вам положен один бесплатный отчет в год. Тратьте с умом. Пока! Что ж, попробую тебе помочь. Привет, машину ищете? Ага, отдежурил двойную смену. Пошел к машине, а ее нет. Я 12 часов на ногах. Хочу вернуться домой и лечь спать. Я могу помочь. У вас же брелок с собой? Это пикалка, чтобы дверь открывать? Да, вот она. Отлично. Пропавшая машина скоро найдется. Так, я могу отследить сигнал от ключа и найти машину. Угнать машину санитара скорой посреди зимы? Да уж, ледяное сердце. Во всех смыслах. Сразу видно, тут угнанные тачки разбирают. Машина наверняка здесь. Ты правда ее отпустил? Наверняка тут полно пропавших машин.
срочно раздербанить новые тачки. У нас есть покупатели из Джерси. Правда? А кто? Какой-то козел банкир. Хобби собирает. Запчасти расходует тоннами и всегда платит с избытком. Банкир? Воры продают ворам. Супер. Вперед! Все суперзлодеи перевелись! Эй, помощь, отвали, Бау! Думаешь, я тебя боюсь, Бау? Ошибаюсь! Кто-нибудь слышали? Кто это был? Кто ты? Зря ты сюда пришел, Паук. Парни, вы угнали машину у санитара скорой, который отработал двойную смену. Совсем ни в какие ворота. Я вам говорил, надо было отгонять в Джерси. Но нет, Человек-паук нас не найдет. Попался! Всех ему не... Жалкий паучишка! Оставлю гада! Тебе кранты! Меня ты не возьмешь, малявка! Остановите его! Все. Теперь нажму кнопку и найду машину. Где-то рядом. Чем противнее звук, тем ближе я к источнику. Чем громче, тем лучше. Источник звука. Эй, я нашел твою машину. Сейчас напишу, где она. Отлично! И полиция наконец-то приехала. Может, подвезут меня к тебе.
Еще раз спасибо. Я всем скажу, чтобы пользовались твоим приложением, когда посплю. Рад был помочь. Ну все, я свое дело сделал. Привет, чувак. Круто, что ты пользуешься приложением. Оно уже пошло в народ. Я не удивлен, чувак. Ты молоток. Просто браво. Я обожаю ваше шоу. О, спасибо. Итак, расскажите, чем вы лучше нынешнего советника от вашего округа? В отличие от своего оппонента, я живу в этом районе и хорошо знаю его жителей. Я хочу, чтобы Гарлем был ярким и безопасным, как во времена моего детства. Роксан Плаза была выстроена в согласии действующих властей. Одно это подрывает все доверие к ним. Да, согласна. Другой вопрос. Вы школьная учительница. Зачем вы пошли в политику? Все дело в том, что я люблю свой дом и никому его не отдам. Во время нападения Мартина Ли на ратушу мой муж погиб, спасая людей. В память о нем я буду сражаться за своих друзей и соседей так, как умею. Удачи на выборах и спасибо за интервью. Данифаны, в течение следующего часа мисс Моралес отвечает на ваши вопросы в моем блоге. До встречи и помните, регулярные дыхательные упражнения полезны для ваших мозгов. Ну пока! Эй, Капуша, я здесь! Пожарная лестница тут совсем не к черту. Залезай осторожней! Поэтому ты хотела встретиться здесь. Ты опоздал. Я чуть не ушла. Тут заело. Помоги. Капсуле пришлось нелегко. Ты помнишь комбинацию? Да, сейчас. Черт, как же. Ты издеваешься? Пора бы вам уже запомнить этот код. Я не всегда буду рядом для подсказки. Да запомним мы, запомним. Запомним, да, да. Ладно, так и что же вы собираетесь положить внутрь? Это тайная капсула. Только мы с Майлзом знаем. Супер, так и надо. О чем не узнают, то не сопрут. Эй, Рик, а ты правда идешь в Роксон или как? А что, пойдешь, если я не пойду? Возможно, смотря что там предложат. Ну-ну, конкуренция, да? Что ж, вот их идея. Чтобы я вел группу по чистой энергии. Я ж говорю. Чистая энергия спасет мир! Мой чудесный фан-клуб! О, помяни черта. Роксон, сейчас вернусь. Ты же помнишь код, да? Числа Фибоначчи. Класс. Наш приз. Скажи, наш преобразователь был просто огонь. Это точно. Как думаешь, он все еще в научном центре? Надеюсь. Ого, погляди на нас. Провинциалы. Один Рик, как всегда, на стиле. Ага. С ним что-то случилось? Вы с ним что, поссорились? Нет. Ничего такого. Фина. Все нормально. Почему мы перестали общаться? Черт, я опаздываю. Надо бежать.
Эй, мне кажется, мы оба что-то скрываем. Давай в следующий раз без секретов. Лады? Да. Я подумаю. Но не опаздывай. Увидимся, коротышка. Ты в курсе, что я теперь выше тебя? Здесь нет. Выпуск из средней школы. И радостный, и грустный. Фина пошла в Мидтаунскую школу, а я попал в Академию Visions. Мы собирались держать контакт, но, блин, старшие классы — это ж целый новый мир. О, как же приятно было снова увидеть Фину. Пожалуй, поищу остальные наши капсулы. Но немного позже. Сейчас пора домой и на митинг. Хорошо, что у меня безлимитный проездной. Телефон есть? Проездной есть? А ключи у тебя? Да, у меня. Пошли, а то опоздаем. Эй! Чел, я тебя в костюм снега напихаю. Ты по-прежнему в костюме? Ну да, на всякий случай. Все будет хорошо. Вот что мне больше всего нравится в Гарлеме. Уличные фестивали, лучшая еда в городе, шикарная музыка. Да, очень неплохо. Что думаешь о Рио Моралес? Будешь за нее голосовать? Могу поверить, что моя мама — Лити. Она всю мою жизнь была учителем. А их работа чем-то похожа. Собираешь людей, учишь их. А вот это круто! Пожалуйста. Извиняюсь. Надо будет тоже с тобой записаться на язык жестов. Испанский я уже почти выучил. Да ну? И давно? А игрушечных пауков берете? О да, дети от них в восторге. Если у вас есть в хорошем состоянии, с радостью возьмем. Я посмотрю, что можно сделать. Эй, это отлично впишется в бит, над которым я думал. Пора снова сесть за музыку. Я не играю, но это очень мило. Обожаю Горбачок. Раньше по четвергам у моего дома торговал. Шугар Хилли? Ага. Надеюсь, вы снова к нам вернетесь. У вас лучший гирос на планете. Вы не думали взять пару? Вы зарегистрировались для голосования? Мне еще мало лет, но я поддерживаю вашего кандидата. Это моя мама. Ты, видимо, Майлз. Давно у нас не было кандидата, от которого жители в таком восторге. Ты, наверное, очень гордишься. Ага. Увидимся. Готово. Ваш голос делает Нью-Йорк лучше. Дорогой. Глория, привет! Привет, Майлз. Это моя подруга Стеф. Она недавно стала волонтером в Пире. Приятно познакомиться. Уверена, мы еще увидимся в приюте. Кстати, об этом. Твои смены возобновятся после зимних каникул. Если мы будем открыты. В каком смысле? Ой, не волнуйся.
Иди слушай мамину речь. Созвонимся после каникул. Милый мальчик. Ну что, собираемся на месяц? Конечно. Ого, смотрите, эти гонки прямо хочется. Пойдем за цветами, да? Давай сначала возьмем по хот-догу. Отличная мысль. Дядя Аарон, не ожидал тебя увидеть. Я смоюсь до прихода твоим. Это кто? Мой друг Ганки. Он помогает мне с паучьим проектом. Ага. Приглядывай за моим племянничком, понял? Я пытаюсь, но с ним это непросто. Я стою здесь. Иди слушай мамину речь. Чет, ты ему рассказал? Он все выяснил. Расскажу, как вернемся домой. Эх, подполье. Что еще они собираются выкинуть? Надеюсь, поймут, что с Человеком-пауком связываться глупо и пойдут домой. Ха, если бы. Эй! Исправил тот баг в спид на нагоне? Да каждый раз, как пытаясь его пофиксить, ломается что-то другое. Все как в жизни. Удачи, мисс Моралес. Спасибо, Тим. Смотри, Роксон и правда не забывает о бдительности, а? Это точно. Добрый вечер, соседи. Вы помните, чего мы лишились, когда Роксон разрушил квартал? Эй, ты чего? А я напомню. Да, просто вспомнил. Там была кондитерская лавка. Как на награждение, отец. Все делали лучшее домашнее мороженое в Нью-Йорке. И детский сад Джунипер. Все туда будет хорошо. Многие из твою нас. Маму не дадут в обид. Церковь Святой Терезы. Помните? По воскресеньям и средам пение хора раздавались на весь квартал. Эй! И сейчас Роксон развозит Нуформ. Это экспериментальное топливо по городу. Но молчит об опасности. Это послание Роксону. Ваш руководитель... Саймон Кригер – убийца. Плаза – это памятник его преступления. И я не позволю ее открыть. Подполье не позволит. У нас проблемы. Прошу сохранять спокойствие! Некуда бежать! К бою! Не волнуйся, иди. Я помогу твоей маме. Я помогу. Идем. Умелец говорит на многом только Роксон. Это не твое дело, Добрались до дома.
Аня везет твою маму в больницу. Что? Она в порядке? Она повредила руку при падении. Не беспокойся, мы о ней позаботимся. Сам-то как? Что там, в подполье? Это атака бессмысленна. Я думал, им нужен Нуформ, но его там нет. Надо узнать, что умелец планирует дальше. Хорошо. Майлз, мы добрались до дома. На
Надя везет твою маму в больницу. Что? Она в порядке? Она повредила руку при падении. Не беспокойся, мы о ней позаботимся. Сам ты как? Что там с походом? Эта атака бессмысленна. Я думал, им нужен упор, но его там нет. Надо узнать, кто умелец планирует дальше. Хорошо. Я захожу в твои данные. Помогу, не помогу. Хорошо. Бегарке! Спасибо, что помог моей маме. Обращайся. Погашу вас и ваши светятки! Ранена. А вдруг с тобой что-то случится, а меня нет? Милый, это не как у Радуш. Мы в порядке. Будь в безопасном месте, понял? Когда вернусь, разрешу тебе подписать мой гипс. Ладно, мам. Увидимся дома. Люблю тебя. Дядя Аарон, все нормально? Я в порядке. Пытался найти тебя и твою маму. Где вы сейчас? Двигаюсь к Брейтвейтскому мосту. Там был взрыв. Ясно. Но если покажется Роксон, беги. Понял? Они хотят найти виноватого во всем. И не факт, что выберут умельца. Ладно. Буду осторожен. Взрыв был таким мощным. Надо спешить. Там у плазы была просто разминка. Или обманка. Вперед! Вперед! Носки, ублюдок! Эй! Давайте не палить друг друга, а? Нужен только Нуфор. К черту все остальное. Кончайте с ним. Потом берите сколько сможете. Если бы я только...
надо заканчивать и помочь тем людям! Я виноват. Мои силы. Все взорвалось. Все в порядке. После взрыва мост начал... Видим второго паука. Ждем указаний. Что происходит? Без понятия. Понял. Нет! Нет, я вам не враг! Что вы делаете? Он спас нас! Вы! Он просто ребенок! Я все засниму! Мы все видим! Убрала телефон! Быстро! Я сказал убрать телефон! Живо! Эй, а ну не трожь ее! Уходите! Последнее предупреждение! Я спас их! Что за черт? Куда он делся? Боже мой! Что, упал? Его столкнули? Где он?
Тебе Роксон не должен быть всегда рядом. Они хотели меня пристрелить. Даже слушать не стали. Ты в порядке? Я не знаю. Сегодня с нами Саймон Кригер. Обсудим обрушение Брейдуэйтского моста. Слушайте, мне нравится новый Человек-паук, но это, как его там, биоэлектричество... Ты есть будешь? ...уничтожило собственность Роксона. И к тому же разрушило мост. Да что за бред? Удалось разобраться. Все было не так. Умелец Фина. Она украла Нуформ. Не знаю зачем. А мост взорвался из-за меня. Нет, неправда. Я иду в штаб компании. Вам, мальчики, что-нибудь захватить? Могу принести Дульсу де Коко? Я думал, ты все бросишь теперь. С чего бы это? Я буду бороться за свой дом. Я же сказал. Но ты же... могла умереть? Наша семья не сдается. Ты же знаешь. Мам! Я бы съел Дульсе де Коко. Если ты не против. Не против. Получив силы, я решил, что смогу все исправить. Сделать все, как Человек-паук. Говоря «Человек-паук», ты всегда имеешь в виду другого. Ты Человек-паук. Ты все исправишь. По-своему.
Привет, это Даник. Ты дела, да? В такое время людям особенно нужен дружелюбный сосед. Нужно название покороче. У всех клевых приложений название короткое. Прости, что отвлекаю, но... Майлз! Наконец-то пробился. А, привет, Пит. Как у вас там? Я видел новости. Они были на Симкарском, так что или мост взорвался, или пончик выкурился, что в данном контексте бессмысленно. В общем, я уже покупаю билет. Могу быть дома завтра вечером. О, нет, не надо. Все окей. Я выяснил, кто за этим стоит, и совсем разберусь. Обещаю. Ладно, верю. Но если будет нужна помощь, я сяду на первый же самолет. А так увидимся через несколько недель, ладно? Ладно, хорошо. Спасибо. Удачи в изучении симкарийского. А, зачем нужно 7 разных названий туалета? Дерево, не врежься в полете. Эй, парень, не вешай нос. Ладно, иди, иди. Капсулу времени спрятали под фонтан, когда его сюда ставили. Столько времени прошло, что теперь там уже ремонт. Кажется, я смогу передвинуть фонтан крана. Старый трюк с летающим фонтаном. Вуаля! Ладно, какой у нас план? У семьи Финны есть мастерская в центре. Раньше она там всегда работала. Возможно, и сейчас тоже. А не проще будет просто позвонить и поболтать? Это вряд ли, чел. Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Делай, что считаешь нужным. И держи курс. Yeah.
И жители не пострадали. Что подполье, что Роксон, дебилы. Итак, друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Взрывы, обрушение моста, стрельба посреди часа пик. К счастью, обошлось без жертв. Но всегда так вести нам не будет. Что если атака случилась бы несколькими днями позже? Во время так называемой бури столетия, о которой нам все время толдычат по пятичасовым новостям. Сразу начался бы настоящий бедлам. Нам есть кого обвинить в этом, включая и бандитов из подполья. Но все-таки я бы не выполнил свой долг, не заметя, что подполье, в общем, всего лишь ограбило грузовик, а потом явился мелкий пособник Человека-паука и попытался разобраться во всем самостоятельно. Что же случилось потом? Он все испортил. Этот паренек хочет быть Человеком-пауком. Что ж, у него отлично получается. Вы, кстати, заметили, что первого Человека-паука сейчас не видно. Мне кажется, я знаю причину. Он как родитель, который делает вид, что ребенок, психующий в отделе с печеньем, не с ним. Но мы знаем, яблоко от паутинки недалеко падает. Мы знаем, ты яблоко, Человек-паук. Катался тут на скейте. Надо почаще сюда приходить. Бинго! Когда мы взяли приз научного центра, Фина сильно увлеклась исследованием космоса. Придумала вот этот лунный транспорт. Она хотела заново изобрести весь мир. Фина увидела настольный теннис на Олимпиаде и за неделю добилась невероятного мастерства. Подкрутки она делала нереальные. Могла отправить шарик вообще куда угодно. Ловкая, как чертик. Блин, как мы тогда летели по улице, прикрепив конькам емкости со сжатым воздухом. Соседи тогда начали называть нас маленькими гениями. Столько внимания было, необычно и даже круто. Фина любила такие планшеты. Говорила, они ей напоминали, мол, то, что на поверхности, и то, что внутри, очень разные вещи. Готово! Фина дополнила свои плавательные очки сонаром и дисплеем. Она не любила никому проигрывать. Особенно мне.
капсула времени должна быть на этих столбах. Но тогда так храбро по ним. У нас были копии ключей, чтобы чаще заходить друг к другу. Хотя, по факту, мы в основном оставляли записочки. Дела. Мы прятали капсулу тут, в стене. Вид был намного хуже. Как же летит время. Супер! Билеты на концерт. Фина убедила меня пойти вместе. Ха, я так не хотел туда тащиться, а в итоге купил 3 диска и футболку. Ослепительная и Лила Чейни лучшие. Прятали капсулу в одну из этих труб, но не помню, в какой. Отлично! Как-то летом мы зафанатели по космическим путешествиям и стали замораживать нашу любимую еду. С бубликом с начинкой из бекона, яиц и сыра вышел облом, а вот мороженое из фасоли вышло неплохо. Всем привет. Сегодня я буду чуть серьезнее, чем обычно. Если вы получили травму во время нападения подполья на Роксан Плаза, физическую или эмоциональную, пожалуйста, обратитесь за помощью. В моем блоге есть список ресурсов. К другим новостям. Я готовлю большой материал по подполью и прошу вас, если вы можете сообщить что-нибудь об этой крайне опасной группировке, я буду очень благодарна. А пока берегите себя и помните. Душевное здоровье так же важно, как и физическое. До свидания. Здорово! Мы всегда гадали, из чего же сделан молот Тора. Придумывали свои воображаемые элементы, чтобы это объяснить. Фине особенно удавались названия. Эй, рядом с
собой, грабят магазин. О, это же кража со взломом. 100%. Точки уже присматривался? На той неделе. Там никого. А не знаешь, когда вернуться? У нас минимум час есть. Ну а вдруг раньше вернуться? Ты же вооружен? Мы справимся. Да, но мне это не нравится. Слушай, бывает, все идет наперекосяк. Черт! Человек-паук! Как он нас нашел? Не сегодня, слов. Ты труп! Вам надо бы оставить преступную жизнь. Не ваше это. Закрытая площадка, парень. Уходи. Надо прокрасться мимо рабочих и забрать капсулу. Эй, сюда нельзя! Техника безопасности! Подполье, а не Человек-паук. С чего ты это взял? Потому что Человек-паук не может испортить мне маршрут до работы. Он же сам... Езжайте, трепаться, езжайте! Ты какого черта делаешь? Иди отсюда! Комплектующие нашего первого компа. Я на нем играл. Афина работала, помогала с исследованием болезни Альцгеймера. Площадка, парень, уходи. Строители не должны меня засечь. Я снял. Есть фотка. Эй, человек! Можно дать тебе визитку?
Друзья, сегодня мне придется побыть недовольным родителем. И не за Джареда. Он в кои-то веки хорошо работает. Нет, я недоволен, потому что опять некоторые из вас позволили убедить себя, что это нормально. Когда абсолютный незнакомец, без какого-либо законного права, бегает по округе в маскарадном костюме и изображает из себя спасителя. И вновь это ужасное заблуждение привело нас к невероятному ЧП. Истина такова. Неважно. В 8 классе у нас была экскурсия по Оскорб. Фина была настроена скептически. Говорила, однажды они уничтожат Нью-Йорк. С дыханием дьявола почти так и вышло. Что, правда? Я один раз сказал Фине, что люблю футбол, и она совершила невозможное, стащив эту штуку с выставочного матча. Ради друзей она готова на все. Сообщение о торговле оружием. Капсула там, под деревом. Я тайком пробирался сюда, чтобы смотреть на звезды. Я их толком и не видел до блэкаута 2016 года. А потом, ух ты, сколько звезд. Нашел. Фина вечно читала книжки, причем по несколько сразу. Даже мои таскала, когда я не видел. Говорила, что это развивает мозг. Соскучился по теплым нарам. Кто бы мог подумать? Это что за хрень? А? Что это? Я что-то слышал. Всем внимание! Здесь Человек-паук! Помогите, малька! Эй! Черт, это Человек-паук! Бросайте товар! Надеюсь, это водные пистолеты. Что, нет? Тогда я должен вас остановить. Раздавлю тебя! Ты бы подумал, куда лезешь! Ты даже не настоящий паук! На, уверни! Защищаем район!
миньон от оружия Роксона в стиле Человека-паука. Лучше уйти, пока не прибыла полиция. Они не фанаты паука. Я, пожалуй, пойду. Сегодня я имею честь беседовать с Саймоном Кригером, главой отдела разработки Roxxon Energy. Мистер Кригер, скоро в Гарлеме запустят первый из ваших нуформовых реакторов. Однако не все разделяют вашу веру в нуформ. Ну, во-первых, Джона, позвольте сказать, что быть на вашем шоу – это честь и радость для меня. Ну, что ж, я польщен. И да, вы правы. Не все верят в прогресс. Например, Рио Моралес, который, кажется, скоро изберут членом городского совета. Я признаю, что мисс Моралес очень умна. Она воплощает прекрасную ролевую модель для юных девушек. Но, по-моему, она тратит свою энергию не на то. Наши реакторы изменят Нью-Йорк, но изменят его к лучшему. Но, видимо, не все легко принимают перемены. Позвольте дать вам совет. Как один сверхуспешный человек другому. Знаете, что я говорю своим критикам? Идите вы в за***ю вместе со своей критикой! Я аплодирую силе ваших убеждений. Вас даже штрафы не пугают. Главное — донести свою мысль. Штрафы? Какие еще? Джаред? Сколько? Быстро вырежь это! Класс! Мама сделала этот соус пике на день рождения Фины. Бабушкин рецепт, наверное. Фина лила его на все подряд. Говорила, если не жжет, значит, мало положили. Дали на экскурсии по выставке группы дизайнеров Ваканды. Фина увидела разную технику и как закричит: «Хочу быть инженером!» И вот результат. Слушай, я рассказывал тебе про капсулу времени, которую мы с Финой раньше прятали. Короче, я их все нашел. Столько воспоминаний. О, в них было смутное предзнаменование настоящего? Нет, напомнили, каким простым нам тогда казался мир. У Фины будущее всегда было так распланировано. Справиться с глобальным потеплением, искоренить голод, найти лекарство от рака, а на закуску еще и внеземную жизнь. Но вряд ли ты мог спланировать вкус генетически модифицированного паука. Да, и где теперь все эти планы? Ее и мои.
Хаити, потом Рита, Лука, у меня дыхание. Ты что, совсем уже? Заколочено. Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Ну-ка. Эй! Боже, сколько пыли! Тут давно никого не было. Мы с Финой как-то все лето помогали Рику ремонтировать старые гитары. Он все, что угодно мог починить. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Кто-то не выключил свет. Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. За ней что-то спрятано. Кажется, за этими кирпичами есть еще одна комната. Вот это я понимаю, убежище. Фина спроектировала все снаряжение подполья. Забавно, что теперь мы оба в масках. Видеозапись. Полгода назад. Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя.
дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие! Не загрузилось! Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. Давай! Исчезай, исчезай! Давай. Он здесь! Не дайте ему уйти! Он исчез? И так может? Прочь, здорово! Мое исчезновение не слабо их напугало. Нельзя нападать, пока они не успокоятся. Давайте! Не пускать паука к компьютеру! Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Гости пожаловали. Не путайся у нас под ногами, это было? Точно будет синяк. Паутина, проверьте тылы, вдруг тут паук. Джио, как там дела? Эй, черт, кто-нибудь, проверьте Джио, он не отвечает. Паук, давай-ка разберемся по старинке. Ребята, я нашла паутину, тут неприятель!
кого-нибудь мне в помощь? Джеймс, новости есть? А где Джеймс? Посмотрите, что с ним. Замятано. Он здесь! Не расслабляться! Если найду телефон Фины, может, пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Что? Позвоню Ганке. Расскажу ему. Привет. Нашел чего в мастерской Фины? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. И, похоже, Нуформ его как-то отравил. А Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Фина и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока что. Фина все записывала на свой телефон, но она потеряла его в лаборатории. Я хочу найти его. Хорошо, я на связи. Если что, звони. Ладно. Привет, друзья. У нас новости. Стало известно, что филиал Пира в Гарлеме закрывается. Подробностей мало, но говорят, что виноват сильный потоп в здании. Если у вас есть лишние деньги, время, одеяло или продукты, пожертвуйте на помощь тем, кто остался без крова. Совет дня. Выстилайте мусорное ведро бумагой, она впитывает вылившуюся жидкость. Рекомендую использовать книжки 3J. Ну, пока!
Привет, дорогой. Как дела? А, да просто пошел побегать. Опять? Майлз, ты очень много работал. Выдели время на отдых. Да. Я зависаю с Ганки, свожу музыку. Постоянно занимаешься, часами упражняешься. Я не буду говорить тебе, что делать, но волноваться буду, сынок. Если я почувствую усталость, то обязательно поговорю с тобой, ладно? Ты пообещал. Люблю тебя. Пока. Пока, мам. Люблю тебя. Лаборатории Роксон. Здесь появился проект Нуформ. Телефон должен быть где-то здесь. Кажется, я знаю, как туда попасть. Меня это полностью устраивает. Вентиляции стоит энергощит. К чему он подключен? Нужно его отключить. И чего эта Моралес так взъелась? Долбаный.
внимание, я что-то слышал. Детишкам из подполья ничего не светит. Паутина! Это Человек-паук! Ищите! Внимание! Возможно, что-то есть. Внимание! Я нашел паутину! Понял. Вот. Ищу. Передохни. Запрашиваю помощь. Нужна еще пара глаз. Цель враждебна. Внимание. Возможно, что-то есть. Выдвигаемся. Нужна еще пара глаз. Оружие к бою! Выкурим его! Эй! Вижу! Ладно. Мне надо попасть внутрь. Поглощение энергии повредило генератор. Даже не верится. Я на месте. В лаборатории с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Я должен валяться дома, дрыхнуть, играть в приставку и есть печенье целыми коробками. Ну и куда? Костюм будет ближе. По трекеру телефон намного ниже уровня земли. Поломка. Если там подполье, убейте их. Если паук или умелец, задержите. А если подлога нужна? Привет. А что смешного? Черт, Майлз. Для тощего пацана? Ты жестко бьешь. Дядя Аарон? Ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Роксон. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Ах, упрямый, весь в отца. Ладно. Но сделаем по-моему. Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Только не попадись. Видишь вентиляцию с лазерами? Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать.
попробовать управляемые мины. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в Гарлеме. Носорог уничтожил целую станцию. Могло и не только тот район задеть. Роксон ничем не хуже прочих. Стоп, я кто-то слышал. Сектор чист. И что же ты там ищешь? Телефон. Я отследил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Ниже всего под землей находится бункер реактора. Значит, мне надо вниз. Детишка, мы с подпольем ничего не светим. Поспи. В этой комнате должна быть вентиляция. Идет в лабораторию, потом к реактору. Но формовый реактор? Судя по схеме, именно он. Эй, где на форум, что я просил? Мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистра Нуформа сохранилась после случая на мосту. И если бы мы могли ее добыть... Ты думаешь, будь он у меня, я бы тебе отдал? Нет, мистер Кригер. Я просто хотел прояснить, что без этой канистры нам ни за что не успеть срок. Заткнись. Я делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру. Однако сейчас я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию и занялся делом. Кригера срок, Игорь. Может, скажешь, чей телефон ты там ищешь? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажи спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Иду обход. Ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Не нравится мне быть так близко к реактору. Интересно, что покрывает нас? Страховка или компенсация? Роксон, вряд ли. Рад, зарплат хороший, надо признать. И снаряга. Это всего лишь глупый дед. Наточная! Тревога! У подполья откуда-то завелись крутые пушки. Здесь никого. Прием. У Роксона и так репутация. Внимание всем! Нашего ранили! Код синий! Мы ищем Человека-паука! Нужна подмога! Нужна поддержка! Время сиесты. Отлично. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Погоди. В городе есть другие лаборатории. В каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформа. Это нужно прекратить. Не отвлекайся. Найди телефон и сматывайся.
реактор внизу. Он питает все это здание. Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора. И мимо этих парней. И помни, что я сказал. Не попадись. Пауками шутки плохи. Все в порядке. Никого сюда не впускать. Позвонить, чтобы узнать, не умер ли ты там. Да, спасибо. Вообще-то мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага. Оказалось, что он еще и бродяга. С ума сойти. Чего? Тот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор. Мы не партнеры, он сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак. Прям... жесть жестянская. Ага. Мне пора, Ганки. Расскажу все потом. Не тормози. Хочу вырубить камеры и сигнализацию, чтобы к тебе охрана не сбежалась. Повреди проводку над вентилятором. Он вырубится. Спасибо. Блин. Должен их как бы закрепить. Провода. Батарея села. Только не взорвись.
Отлично. Так. Камера, видеозаписи. Вот она. Ладно. Сброс ядра – задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению Нуформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Готов? Готов. Запускаю перегрузку. 3, 2... Пина! Это не я! Промышленный саботаж, Ирчик. Серьезно? Кому какое дело до горстки больных бедняков? Или мертвого инженера? Ты лишь винтик в этой механизме. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! Я справлюсь! Нет! Рик, нет! Нет! Дина, не смотри! Там есть кто-то еще. Найдите. Рик пытался спасти людей. А Кригер убил его. Нужно закончить то, что они начали. Дядя Аарон, ты можешь снять защитный барьер реактора? Зачем? Ты достал телефон. Сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить. Навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста. Дядя Аарон? Ладно. Приготовься. Спасибо. О! Генератор такой же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? Майлз, ты в порядке? Тебе сваливать надо. Идти можешь? Да. Дуй по коридору. Живо! Мне хорошо. Куда? На части! Могу! Вон! Не могу! Удержать энергию! Майл, ответь мне! Ты в порядке? Такое чувство, будто меня скинули с самолета. Зато реактор отключен. Ты почти вышел. Мне так нужен был ее телефон. И что мне теперь делать? Не глупи. Так Роксон доберется до тебя раньше меня. А ну стой! Мы тебя задерживаем! Им приказано взять тебя в плен. Зачем? Что надо? Тебя допросить. Не знаю, какая разница. Сопротивляйся. Человек-паук! Стреляю по Человеку-пауку! Держись! Знаешь, наверное, твое! Выкинула из системы. Подожди немного, я вытащу тебя. Есть! Прикончи! Не лезь не в свое дело! Это твое? Открывай огонь!
Разрешено стрелять на поражение! Идем, пока не явились другие. Ого! Это же чудо-маскировка! Действуй! Мы с ними справимся! Эти улухи меня не тревожат. А вот когда мы выберемся отсюда, теперь мы оба враги Кригера. Вырубим его! Это не трудно! Сам напросился! Залечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Рокса найдет другую цель. Не могу я залечь. Мне надо найти Фину. Твоя подруга умелец. Вот почему ты так волнуешься. Дело не в этом. Я должен защищать город. Скажи Фине, что хочешь вступить в подполье. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг. Она на это не купится. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близких. Например, как ты сейчас. Если скажу ей правду... Я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать. Так, стоит позвонить Фине? Нет, нет. Сейчас надо помочь городу. Да.
знаешь, сколько человек на тебя подписалось после выхода приложения? Просто пипец! Я тут кое-что почитал и знаю, что ты против рекламы, но ты только подумай. Нет. Ясно, да. Никакой рекламы. Просто предложил. Так ты нашел телефон Фины? Да, но он расплатился. Прости, помехи. Да, я нашел телефон Фины, но он расплавился, когда я поглотил энергию из нуформового реактора. Чел, мне пора завести список твоих новых способностей. Что думаешь делать дальше? Дядя Аарон предлагает сказать Фине, что я хочу войти в подполье. Тогда я смогу забрать нуформу и помешать ей во всем. Типа, наврать ей в лицо? Но других зацепок. Похоже, это секретная лаборатория Роксона. Надо написать Ганке. Ага. Вот она. Я прочитал. Слушай, в систему охраны Роксона можно влезть через сигналы, которые ловят костюм. Приятель, ты не перестаешь меня удивлять. Я стараюсь. Дай еще секундочку. Шерри, ты тут? Я пытаюсь починить генератор. Они такие милые, когда спят. Получилось. Система охраны Роксона, ты моя. Я могу открыть эту дверь, но нужно электричество. Понял. Открываю дверь. Эй, пока ковырялся в их системе, кое-что нашел. Это та самая лаборатория, где узнали, что нуформ токсичен. Мне интересно, кто-нибудь вообще предлагал изучить нуформ повнимательнее? Ага, Рик Мейсон. О! Хорошо, что это место будет закрыто. И поскорее бы. Тут не просто спрятаться. Но есть камуфляж. Объясняется. У меня вся почта забита этим спамом. Сам черт нужен. Внимание! В сектор проник Человек-паук! Запрашиваю поддержку. Огонь только на поражение.
Точка связи. RX-57. Не отвечает. Пошлите к нему кого-нибудь. Есть, сэр. Будет сделано. Проще, чем я думал. У нас нарушитель! Должен закрыть лабораторию, во что бы то ни стало. Продолжайте поиски, он где-то поближе. Тревога! Выкурите его! Обнаружьте цель и нейтрализуйте. Ну, веди. Кто-нибудь прикройте. Внимание! Здесь Человек-паук! Следите за углами, он может быть где угодно. RX-75, как обстановка? Он не отвечает. Посмотрите, что там с ним. Принято. Уже выдвигаюсь. Пропал боец. Прочесать территорию, как следует. Код синий. Задержать паука. Срочно! Шутки плохи. Все было так просто. Зачистить этот сектор! Человека-паука.
Внимание! Ты об этом пожалеешь! Все, пора откачивать энергию. Какая гадость! Лаборатория обесточена. Думаю, тебе пора уходить. Через тот офис. Пожалуйста, не оживай, страшная броня. Выход через офис. Гляну, нет ли в компьютере компромата на Роксан? Привет, Роксан. Ходят слухи, будто Нуформ провоцирует какие-то заболевания. Но, конечно же, это не так. Даже если что-то случится, мы о вас позаботимся. Без вас не будет ничего. Ни Нуформа, ни Плазы. Не будущего. Именно будущее сейчас под угрозой. Так что подумайте как следует, прежде чем пересказывать эту гнусную ложь. Договорились? Хорошо. И помните,
Мы всегда рядом. Такое чувство, что Кригер борется за титул главного злодея Америки. Спасибо тебе за помощь. Роксан, серьезные ребята. Ну, я не знаю. Подполье вон как это нравится. Ха, точно. Не, ну какой из меня друг, если бы я не помог вырубить подвернувшийся токсичный реактор? Люди. Ладно, надо действовать. Позвоню Фине и попрошусь в подполье. Ух ты, с каждым... Привет, Майлз. Живой? Да, почему ты спрашиваешь? Ну, я видела новости про митинг твоей мамы. Все норм. Слушай, а может кофе попьем? Почему бы нет? Рядом с башней Фиска на Эдисон есть одно местечко. Там кофе без фигурной пенки, и его приятно пить, а не фоткать. Ха, понял. До встречи. Так, еще немного, и я стану участником банды преступников. Супер! Джеймсон, видимо, узнал, что я, цитирую его продюсера, фанатка Человека-паука. Теперь он требует, чтобы я вступила с ним в дебаты. Джеймсон поднаторел в дебатах, он маститый журналист. Так что даже если я права, то все равно могу проиграть. Не всегда побеждает тот, кто прав. Иногда это тот, кто говорит больше всех или громче всех. Ну, в общем, дебаты в любом случае состоятся. Я ведь должна попытаться, опять же, вдруг мы что-то узнаем. На следующей неделе я выложу у себя в блоге отредактированную версию беседы с 3GM и полную расшифровку. А пока что не забывайте покупать фильтры, если у вас болит голова от монитора. Чао!